Сегодня ближе к вечеру от Якутской ГРЭС отключилась линия мощностью 110 киловольт, питающая ряд центральных улусов республики и часть пригородов Якутска. Силами аварийных бригад электроснабжения в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах удалось восстановить в течение часа. В настоящий момент работы ведут в части горного улуса и окраин столицы. В причинах происшествия разбираются. Энергетики уверяют, что в скором времени энергоснабжение будет восстановлено. В настоящее время под ограничением находятся жители села Магараста горного района, в котором проживает 998 человек, и часть потребителей города Якутска под станцией Хатын-Урях. Это Хатын-Урявское шоссе, часть 4, 5, 16, 17, 143 кварталов и частично район аэропорта Мархи и Белого озера. Энергетики продолжают работы по восстановлению энергоснабжения.